Всем привет, с вами Екатерина Голышева. И прежде чем начать, я рекомендую подписаться, потому что сегодня будет такая жаришка. Мы в автошколе и узнаем, кто первый сдаст на права. Ну или вообще сдаст. Потому что будет очень сложно, ведь у нас механика. Сегодня у нас в гостях Леха Столяров, Яна и Лиза Анохин. Короче, здесь кто по кайфу. У нас, я думаю, что равные шансы. Никто из нас никогда не сидел за рулем. Ну, я так понимаю, ты будешь нашим инструктором. Все правильно, никаких поблажек, девочки. Мы выявим, кто действительно сегодня будет максимально внимательно слушать меня. Насколько ты хорош. Мне интересно, кто из вас победит. И сегодня то, что мы с тобой из лиги, это не имеет значения. Черт! Честная борьба будет, честная. Честная. Классическая площадка для того, чтобы сдать на права. Кайф! Ой, меня сейчас вырвет от страху! Мы это видели! Красотка выгонят! Еще домой, да? Я хочу сдаться! Я же говорю, это легко. Сегодня мы будем, получается, сдавать змейку, гараж и подъем в гору. Но для начала просто сдвинуться. Да, на самом деле это классическая площадка для того, чтобы сдать на права. Первая у нас идет Лиза Анохина. Знаешь, это когда ты не первая просто, она уже стоит, она уже на панике. Вторая идет Екатерина Голышева. Ну и третья, я Яна. Очень плохо. Итак, условия нашего жесткого челленджа, не детского, очень простые. Я понимаю, Лиза у нас максимально первый человек и не нервничает. Итак, я очень нервничаю. Если вы берете, садитесь и глохнете сразу, то у вас есть только вторая попытка сдвинуться с места. Если вторая попытка не удается, вы просто уходите с нулем баллов. Если ты задеваешь конус, то сразу же то же самое, 0 баллов, ты не сдаешь на права. Кто дальше проехал, тот и молодчик, тот и получает 1000 долларов. Да, да, что? Это мотивация вам должна быть, да? До 1000 долларов у нас есть. Всем все понятно? Да. Только непонятно одно. Как трогаться? Как водить машину, да? Мне нравится, что наши продюсеры замечательные, их здесь около 16 человек, они решили, что девчонкам не нужно сдавать на автомате, они будут сдавать сразу на ручки. Приготовьте свои лица, потому что Елизавета Анохина садится за руль и будет сейчас пытаться сдвинуться хотя бы с места. Ты должна биться. Я буду биться. Жестко. Жестко. $1000 на кону. $1000. Как дела? Что, подвести тебя? Да, подвести меня. Сейчас сцепление выжми. Сцепление выжми, выжимай глубоко. Все, завели тачку. Теперь смотри, что самое главное. Когда ты выжимаешь сцепление, ты можешь только переключить коробку. Окей? И ты можешь включить первую, да? Мы ее тебе включим. После этого ты отпускаешь потихонечку сцепление и давишь на педаль газа. Сейчас я не включил передачу, но сама суть, да? А правая ножка у нас, на газу. Тихо, на газу. Мне кажется, я буду волноваться. Так же, даже хуже. Не знаю, мне как будто бы все равно абсолютно. Понял? Меня же так въебать в машине все. У меня и тормоз есть сейчас. Слушайте, девчонки, а вы так же примерно, как у Лиски, такой же уровень? 0. Да. Ну, так, это не окей. Может быть, -5 мой уровень. Есть такой? Вообще -10. Да, ну то есть вообще не умею. Сначала нажимаю вот на сцепление, эту педальку, да. Потом я вот так в бок. Да, я тебе помогу так? С рукой, да. Так? Да, 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 только без сцепления не нажмется ничего. Угу. Вот, а потом ты отпускаешь сцепление потихонечку и газика чуть-чуть. Попробуй, как ты нажмешь газ. А ты можешь показать мне сам? Чего? Если я за руль показать. Да, конечно, могу. Давай, да. Тебе главное хотя бы первую включить и легко начать двигаться. Вот, сцепление выжило. Ага. Первое. Отпускаешь немножко газику. Да, все. И ты опускаешь сцепление и поехал на газу. Просто вот поехал на газу, рулить. Вот. Что такое? Так, ну что ж, я в целом готова. Давай. Так. О, смотрите, Лиза пристегивается, ребята. Походу пристегнуться и мне нужно. Да. Так, внимание. Выпила. Все, сушняк прошел. Поехали. Выжимай сцепление полностью. Полностью выжила. Теперь первую тихо. Потихонечку отпускай. Главное тронуться. Здесь уже победа будет. Поехала! Ребят, поехала! Легко. Я же говорю, это легко. Так. Хорошо, хорошо, хорошо. Куда она поехала? Не бойся, не бойся. Так, смотри.
потом. Я думаю, она сейчас врежет. Господи, господи, я тебя прошу. Она как погнала. Мне кажется, вот так. Ну что же, ну все получится. Рули, 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 брат. Рули. Отлично, да, теперь прямо, 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 прямо. Прямо, 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 прямо. И поехали змейку. Блин, вообще не слушайте, да как-то. Смелее, смелее, смелее. Гадику, 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 гадику. Теперь рули, 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 рули вокруг конусов. Вот, вокруг конусов, хорошо. Резко в другую сторону, давай, либо. Она одну только объехала. Блин, мне даже сейчас стало как-то страшно. Лиза, это хорошо. Как это снопы? Так нормально? Все, спокойненько, теперь задний ходик. А ты можешь мне обратно на место вернуть? Я постараюсь. Давай, 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 давай. Хоть какой-то балл получишь, родная? Нет, она двинулась с места, в смысле какой-то. У нее вообще все в порядке, девки, я бы на вашем месте сейчас бы переживал. Она прям норм, она прям тронулась. Вы мне нравится, как она ищет педали? Я просто стараюсь молчать, потому что у меня все мысли в голове. Да? Итак, вторая попытка, Елизавета Анохинова. По отчеству, какой у тебя? Вадимовна. Я просто думала, что вдруг мне понравится, и я захочу сдать на права. Круто, очень круто. Так, Отлично, отлично. Типа, она опять по этим конусам поехала. Как в GTA. В целом я играла в GTA. Это считается за опыт вождения? Прими. Вот, хорошо, умничка. Вот, умничка. Выравнивай, выравнивай, подъезжай к той штуке, подъезжай к той штуке. Вот так, выкручивай влево, выкручивай влево, выкручивай влево, 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 еще, еще, еще. Тормози, сцепление, тормоз. Отлично. Так, теперь у нас, смотри, у нас следующий этап с тобой. Смотри. Иди назад. Да, смотри. Вот тут кнопка есть, потрогай ее. Газ надави, зачем ты ставишь газ? Кнопку нажимаешь. И то же самое, как первую передачу вставляешь. И то же самое делаешь со сцеплением и с газом, и мы начинаем двигаться назад. Короче, сейчас Лизочка Анохина будет сдавать гараж. Это задним ходом нужно паркануться, я так понимаю, и не задеть ни один конус. Звучит очень тяжело. Ну вообще, почему нельзя просто прямо заехать? Потому что это гараж. Да ладно! Дядику, отпускай, отпускай, посмелее, посмелее, посмелее. Что? Да, все. Идиот, мама. Все, все, давай. Пошла, 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 пошла. Маловато газика. Во-в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 о. Так, а теперь опускайся. Отлично, теперь отстегивайся. Ну, у нас получится. Да. Да! Блин, это было очень круто. Безумно крутой экспириенс. Но мне очень понравилось. Спасибо. Протулёк, для начала! Просто огонь. Девочки трепещат, нервничают. Катя просто сейчас переживает о том, что ты для 15 лет с первого раза тронулась. Ой, я очень... Нет, было очень прикольно, было прикольно. Особенно, когда ты первый раз поехал, мы вообще удивились, что чего. Стало страшно, когда почему-то голос шел, стало садиться, стало страшно. Так. Что? Что так? Подожди, дай я присоединюсь. Хорош, не заметили. Ребят, первый человек, соточка. Это значит, у меня больше шансов. Во-во-во, и отпускай. Нет, меньше, 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 меньше. Все, Кать, поехали. Отпускай. Нет, 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 нет. Тихо, тихо. Тихо. Как же она быстро едет! Кайф! Это кайф! Голошо! Рули, 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 рули! Теперь, теперь круг, круг, круг делай, круг, круг делай! Все в порядке, все в порядке, Катюш! Все в порядке, все в порядке, все в порядке! Все в порядке, все дома! Катя, это что происходит вообще? С ума сойти! Теперь давай выкручивай в другую сторону, в другую сторону, в другую! Быстрее, 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 быстрее! Катюх, хорош! Резко в другую, в другую, в другую, в другую, Катюх, давай, 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 Катюх, 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 Катюх. Хорош, влево, 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 влево. Кайф, это лидер! Я буду медленно ехать, супер, как черепаха. Кайф! Кайф! Теперь выкручиваю сюда, по центру вставай. А я сдала, получается? Да, змейку сдала. А ты реально, она сама проехала? Короче, смотри. А, тут и зеркальки. Да, смотри, короче, самое главное. Ты хуй газ, пиздец. Чуть-чуть.
Вот этого достаточно, чтобы тронуться. Угу. Вот больше не надо. Че, я отпускаю, получается, сцепление? Да, и чуть-чуть газика, чуть-чуть. Нет, это много уже. Это много, меньше. Меньше газа. Нет, я имею в виду, меньше газа дави. Больше? Меньше. Смотреть по фишечкам, отпускать газ. Давай. Отпускать. Ой, отпускай сцепление, да, извини, пожалуйста, говорился. Хорош. Сцепление. А, завелись, заглохли первый раз, ничего страшного. Позор. Позор. Какой стыд. Так, теперь, так, зажимаем. Да, зажала. И теперь чуть-чуть не так быстро опускай. Медленно отпускай сцепление, медленно. Вот, она поехала. Крути руль, крути руль, крути руль. Крути руль, крути руль. Выравнивай. Еба. Еба. Ехали. Вы это видели? Хочу посмотреть. Мне надоехало, чуваки. Так может, все-таки мы там что-то подруливали? Нет. Может, Катюха мне, конечно, что-то подруливала, но было все честно. Нет, все было честно. Блин, это очень круто. У меня ничего не получится. Ты готов? Я думаю, мне лучше, чем у тебя. Не, ну почему? Мне на самом деле кажется, что она больше притворяется, что она не может. Тихонечко отпускаешь и газика добавляешь. Немного. Вот видишь, рычит сюда. Чуть-чуть просто. Вот нажми как... мне на руку, как ты давишь на вот газ. Вот так вот. Ты просто прикасаешь. Просто прикасаюсь. Вот чуть-чуть отпускаешь, она, ты почувствуешь, как она начнет двигаться. Леш, это какой-то... Это трэш. Вообще не прикольно. Научись за день управлять космическим самолетом. Катя, конечно, красотка, но... Я не представляю, как я это сделаю. Я тебе все помогу, брат. Ой, меня сейчас вырвет от страху. Просто прикол в том, что я же вообще не любитель проигрывать вот это. Но я ехала сюда, и я прям настраивала себя на то, что я точно проиграю. Почему у меня реально трясутся ноги? Как... Брат, у меня трясутся примерно так же газ ноги. Газ где? Давай я. Я хочу сдаться. Всю жизнь, девочки. Ну, кстати, знаешь что? Mm. Типа, змейку я была, ну, уверена на 80%, что, типа, я сделаю, но то, что вот заехать сюда, я, ну, я вообще была не уверена. Вот, газу, 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 дави, 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 газ, дави, газ, дави, 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 Газонка, я рос, стоп, стоп, тормози меня, тормози, тормози меня. Ой, газуй, газуй. Я все отпустила, стой. Затормози меня. Все, тормози. Спокойно, давай обсудим. Во-первых, педали как-то там что-то... Очень прикольно, я ничего не поняла. Ну ты тронулась сама, я тебе не помог. Ничего. Я ни одну не проехала, да? Нет, в смысле, ты две проехала из трех. Больше, чем Лиза Анохина. Да, больше. Лиза Анохина все сбила, ты молодец. Так у тебя попытки ж. Ребята, ребята, подскажите, пожалуйста, это была, считается, одна попытка. У меня есть еще одна, более круто это сделать. Да. Я сделала как, насколько? Ну ты сделала очень хорошо, я думаю, что сейчас второй раз очень идеально сделаешь. Теперь, смотри, переходим ко второму заданию. Во-во-во-во-во. Нажать, да? Все нормально, ты двигаешься. Вот, я выкручивай, 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 еще чуть. Стоп, обратно верни руль. Хоро. Что-то тебя сбило? Нет. Реально? Не, ну ты что-то сбил, это было неплохо. Сергей. Ну да, ну там где-то внутри конус, ну да. А конус под машиной, машина стоит, ну, неровно. Немножко. Немножко. Давайте оценим. Да, как по мне, все очень даже комфортно. Пока 100% у Кати, 70% по очкам у Яны и 50% у Елизаветы. Теперь на эстакаду? Да, погнали. И у нас, ребята, самый горячий персонаж Елизавета снова отправляется за руль, ребята. Нажимай сцепление. Так, ладно. Нажимай сцепление, зажигание сама включай. Стой, 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 стой. Сцепление кто выжмет? Сцепление. Что это такое? Что это? Сцепление выжимай. Подожди ты, подожди, подожди. Подожди, подожди. Все, отпусти все. Я хочу домой, хочу спать, хочу кушать, роллы. Отпускай. Отпусти, нажимай. Давай, давай, газу, 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 газу.
Ура! Мама! Гуля, я катаюсь! Молодец, ты умничка. Нет, правда молодец. Получилось, да? Ну, конечно, с пробуксовки, но получилось. Да! 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 Сошло с ума от радости, просто! Первую немножко в натяг, опускаем ручник. Готов? Думаю, стрит-рейсинг сейчас начнется пить. Сейчас, блядь, за носом стартанем. Ребят, лучше отойдите. Ты готов? Я готова. Да. Сцепление отпускаешь чуть-чуть и газу поддавляешь. Нет? На, я пошел отсюда. Сцепление просто. Блин, ты чувствуешь запах? Да. Она пережгла его. Господи, ладно. Выжимаю сцепление. Да. А если это медленно делать, все получится? Все получится. Вообще, если ты не умеешь, медленно это идеально. Отпускай, отпускай, отпускай. Подожди, сцепление отпускай. Отпускай. А нажми на тормоз, пожалуйста. Зачем? Боюсь, все. Поехали. Не, это было опять идеально. Ну потому что, видишь, ты не спешишь. Ты на самом деле единственный, кто слушает все. Прям вот как сказали, так и сделал. 700. Но это было лучше всех, поэтому 105. Ну это просто мне. Хорошо. Ну дайте 5-5, 105. Это ничего не повлияет. Конечно, конечно. Напишите в комментариях, пацаны, кто сдает на права, кому сейчас только исполнилось 17 лет. Как сильно дрожали ноги и руки, и мы не могли, и заглыхали, машина глохла, все остальное. Тут никто не заглох, девочки буквально чуть-чуть попробовали и начали трогаться. Как только, вот без камер, когда только было вообще, смотри, машина не приехала, там некоторые еще операторы доезжали. Я говорю, ребята, девочки вообще не тронутся. Девочки не просто тронулись, они выполнили по два задания, да, некоторые не до конца. Но на эстакаде они все... справились, и никто не заглох. Красотки! 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 А также хочу отдельное спасибо сказать Сергею за предоставление автомобиля, площадки, где мы могли бы снять это видео, покататься, научиться. Спасибо вам большое. Вы супер. Ребят, ссылка большое. Срочно в описании. В описании приходите. Очень крутой. Я, реально, да, очень. Я пойду к вам, и когда буду сдавать. Тоже. Теперь теория. Теория. Так, ну что, дорогие друзья, мы в теоретическом кабинете. Одно дело поездить на машинке, а другое дело знать все правила дорожного движения. Я буду, конечно же, отвечать наугад. Девочки, рекомендую вам тоже наугад отвечать. Я так сдавала ОГЭ. Это помогает. Но инструктор наш тоже проверит свой ум. Посмотрим. В принципе, объяснял он очень хорошо. Но вдруг он вообще правила не знает. Так что проверим. Мы начинаем. Первый у нас будет сдавать Яна. Я Яна. Да. Я Яна, а я не Яна. И Лиза. А потом, получается, мы с тобой. Да, давай, батл. Так что мы вас поддержим. Начинаем. У меня ошибок. Раз, ну, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь ошибок. Из 20. Из 20. Браво, смотри, последний правильный. Очень хорошо. Вот так я отвечу. У меня... 5 ошибок. Неплохо. Что прям не очень хорошо. Так. У меня ошибок. Раз. У меня... Ребят, у меня какой Анохи? Нет, у меня 6 ошибок. 6 ошибок. А должно быть 0. А должно быть 0. Так, у Лёши 6 ошибок. В сетях трэш. Ну, это получается у меня 7, да, неправильных? По кайфу. Итак, очень сложная была битва. Жесткая, конечно. Жопа. Итак. Поехали, считаем очки. Первый у нас выполняла Елизавета. В первом испытании 3 место. Во втором испытании... Второе. Ну, не подождите. И здесь первое. 6 очков. Второе шесть испытание очков. Выполняла Екатерина Голышева. Угу. Первая была в заезде, вторая была на горке, и первая была на лентюре.
И поэтому у нас 4. 4. 4 очка. И теперь самое главное. Яна, у нас получается. Вторая в движении была 2 очка, правильно? Да. 2 очка. Потом на горке ты была первая. Одно очко. И здесь вторая, 5 очков. И вот так у нас получается. Екатерина у нас зарабатывает первое место. Второе, Елизавета, третье. Кайф! Кайф! Я третья! Самое большое у меня число получается. Я когда ехала сюда, я была уверена в том, что ну, я не, ну, не выиграю. Я уже была готова. Я не знала. Но я думала, то, что у тебя есть опыт. Нет. Вот, это хорошо, что ни у кого нет опыта. И я просто ехала, я такая, нужно подготовиться к тому, что я проиграю. И, ну, типа, не расстраиваться сильно. И я реально... А знаете, когда ты подготовился к худшему, ты выигрываешь. Дорогие друзья, мы будем с вами прощаться. С вами была я, Екатерина Голышева, Лиза Анохина, Леша Столяров и Яночка. Зенина. Обязательно пишите комментарии, как вам ролик, что дальше снять. Ставьте пальчики вверх. Подписываемся на Катюшу. Кайф, подписываемся на Катюшу. Супер. Лига! Катя лучше. Ребята. Катя лучше, да. Заслуживает. Все, Катя лучше, ребят, подпишитесь на канал, только здесь такой трэш.